Советский Союз ассоциируется с пионерами, с пионерскими лагерями. И, по-моему, все было здорово в наших 70-х, 80-х годах. Спасибо вам большое за напоминание о детстве. Ну, что ж, то, что этого зячьего магазинов не было, да, это я с вами так согласен, так? А вот что по-честному, там было намного честнее. Наверное, когда стояли за продуктами в больших очередях, по талонам, есть было нечего, жили плохо. То есть, наверное, очереди потолкаться вы бы не против были, да, в этой? Наверное, да. Чуть-чуть. Попробовали, да? Сейчас же все забили, понимаете. Опять же, было проще, чем в современном мире. Так я бы, слушайте, пожил бы, наверное, в Советском Союзе, да. Мне кажется, ну, был порядок, слушайте, в стране. Сталин держал это все в ежовых рукавицах всю страну. Я считаю, это правильное решение, то есть мне нравится это все. А сейчас что, не вижу? Нет, меня все как бы устраивает. Я как бы будущий врач, а, как говорится, музыканты, врачи и проститутки уживаются в любом политическом строю, да? Ассоциируется со Сталиным, с Лениным, вот такое. К Советскому Союзу отношусь крайне положительно. Это был очень хороший опыт исторический. Сам отношу себя к беспартийным коммунистам. Люди как бы уважали больше друг друга, могли спокойно там приходить в гости, там двери всегда были открыты.